Продолжая наш разговор о конструкторах и деструкторах классов, обратим внимание на новые возможности, которые предоставил в этой области диалект C++ 11. Рассмотрим небольшой пример. Предваряя рассмотрение центральной структуры sample, обратим свое внимание на новые формы записи инициализирующих выражений для объектов базовых типов. Заметим, что способы записи инициализирующих выражений для объектов базовых типов в языке C++ все больше приближаются к соответствующей нотации для классов. В частности, оставаясь базовым типом, целый тип в нотации приобретает некое подобие конструктора. В частности, для статической переменной counter мы имеем право следующей записи ее инициализирующего значения. В самой же структуре sample обратим внимание на скобочные и приравнивающие инициализаторы, которые становятся все более популярными и введены в язык по соображениям унификации способов записи инициализирующих выражений в различных контекстах грамматики языка. Обратите внимание, что начиная с диалекта C++ 11 мы получили право записывать начальные значения атрибутов классов не только в списке инициализации конструктора, но и в самих точках определения соответствующих атрибутов. Основанные на использовании комплекта фигурных скобок скобочные инициализаторы применим для атрибутов базового типа int и типа класса строки. Приравнивающий инициализатор, который занимает строку, помеченную комментарием форма 2, следует читать следующим образом. Глобальная переменная counter сначала инкрементируется, ее значение увеличивается на 1, а результат этого инкремента сохраняется в атрибуте ID нового экземпляра структуры sample. Такая несложная логика, реализованная в инициализирующем выражении, наводит на мысль о том, что работы для конструктора класса остается все меньше и меньше. И эта тенденция действительно характеризует современное состояние языка. Наконец, расположенный в последней строке нашего кодового фрагмента приравнивающий инициализатор демонстрирует еще одно новшество языка C++ 11. Как вы видите, n – это имя одного из атрибутов структуры sample. Значение этого атрибута на этапе компиляции неизвестно, поскольку понятие значения атрибута применимо только к конкретным экземплярам, а речи о них при компиляции еще не идет. Тем не менее, размер этого атрибута никоим образом не зависит от хранящегося значения, будучи определяемым исключительно типом данных. В связи с этим в языке C++ появился весьма ограниченный набор операций над атрибутами, которые не зависят от их реальных значений, определяются типами данных, и sizeOf – один из наиболее ярких тому примеров. Такая форма инициализаторов атрибутов
также теперь является совершенно корректной. Переходя к рассмотрению конструкторов нашей структуры sample, следует помнить о том, что каждому из атрибутов мы уже дали некоторое значение по умолчанию. Это значение по умолчанию либо является литералом, либо вычисляется нехитрым образом на основании текущего значения глобальной переменной counter. Как бы то ни было, определение начальных значений атрибутов в теле структуры лишило нас оснований использовать и тело конструктора, и список инициализаций атрибутов. Вся работа уже выполнена. В связи с этим конструктор по умолчанию является здесь скорее декоративным элементом определения класса, не неся какой-либо содержательной нагрузки. Второй приведенный конструктор, принимающий на вход целое, перекрывает логику определения начального значения атрибута n. Это совершенно корректно и с точки зрения C++ 11 должно восприниматься следующим образом. Да, атрибут с именем n принимает в большинстве случаев начальное значение 42. Однако это продолжается только до тех пор, пока не появится конструктор, который в своем теле либо списке инициализации атрибутов перекроет, переопределит это поведение по умолчанию. Второй конструктор структуры как раз является такого рода конструктором, в связи с чем остальные атрибуты этой структуры ведут себя в плане начальных значений так же, как прежде, а значение атрибута n считывается из формального параметра и замещается в списке инициализации. Дальнейшая работа с этой структурой ведется совершенно обычным образом, можно сказать, по правилам языка C++ 0.3. Еще одним новшеством C++ 11 является поддержка семантики переноса. Под переносом понимается передача права владения каким-либо ресурсом от одного объекта к другому. Семантику переноса часто противопоставляют и сравнивают с семантикой копирования. Семантика копирования, которую реализуют конструкторы копирования классов, предполагает, что исходный объект остается неизменным. В свою очередь, семантика переноса предполагает, что исходный объект, участвуя в такой операции, которую выполняет конструктор переноса в языке C++ 11, лишается определенной своей части. Чаще всего он лишается какого-либо ресурса, будь то файл, участок оперативной памяти, сокет или что-то еще. Поддержка семантики переноса с точки зрения языка была бы невозможна без введения такого нового элемента, как праводопустимые выражения, точнее ссылки на праводопустимые выражения или X-values. Рассмотрим, как определяются такие ссылки на праводопустимые выражения и определяются конструкторы переноса. Рассмотрим несложный класс альфа, который является владельцем массива вещественных значений двойной точности. Для того, чтобы наше сравнение семантики копирования и семантики переноса было максимально выраженным, определим для этого класса и конструктор копирования, и конструктор переноса.
конструктор копирования класса альфа по сложившейся практике принимает на вход константную ссылку на аналогичный объект. Конструктор переноса класса альфа принимает ссылку на праводопустимое выражение, которое, в свою очередь, не является константной. Такая ссылка не может являться константной уже по той причине, что по результатам работы конструктора переноса исходный объект должен лишиться своей части. Лишиться части, впрочем, не означает перейти в неопределенное и некорректное состояние. Состояние исходного объекта может стать, а может и не стать неопределенным, но обязательно по еще одному негласному контракту должно оставаться корректным. Этот объект может и далее использоваться в различных операциях, а не только готовиться к уничтожению. Рассмотрим, каким же образом мы определим конструкторы копирования и переноса для такого класса. Конструктор копирования класса альфа совершенно стандартным образом создает в новом объекте, объекте this, точную копию объекта a, малое. Для этого создается новый участок памяти, который будет хранить массив вещественных чисел. И происходит поэлементное копирование массива в массив. Конструктор переноса, в свою очередь, работает по-другому. Он перенастраивает указатель D в новом объекте на тот участок памяти, куда ранее мы могли получить доступ из старого объекта. Размер массива у прежнего владельца обнуляется, как обнуляется и указатель на соответствующий массив у того же прежнего владельца А. Если объект А малое располагает какими-то иными ресурсами и его ценность не уменьшается от потери массива вещественных чисел, объект А может использоваться и дальше. Мы перевели указатель в неопределенное, но корректное состояние. Приблизительно то же самое можно сказать и о нулевом размере массива, а именно об атрибуте ASZ. К реализации конструктора переноса нельзя относиться как к обязательному элементу определения тех или иных классов, вступившему в силу после выхода очередной версии компилятора. Правильнее будет сказать, что отсутствие конструктора переноса в составе определения класса – это упущенная возможность оптимизации решения задач по совместному управлению ресурсами нескольких элементов системы. Приведенный нами пример класса альфа показывает, насколько перенос может быть эффективнее копирования данных. Пусть наш класс содержит в своем составе конструктор переноса. Какие обстоятельства заставляют компилятор сделать выбор в пользу его вызова? Существует несколько ситуаций, в которых компилятор заинтересован в выборе конструктора переноса, а не конструктора копирования. Первая такая ситуация связана с оптимизирующими действиями компилятора
при передаче через стек вызовов результата той или иной функции. Имея функцию с произвольной сигнатурой и результатом типа альфа, мы можем рассчитывать на то, что при соответствующем оптимизирующем подходе компилятор заменит вызов конструкторов копирования класса альфа на вызов конструкторов переноса. Этому примеру соответствует инициализация автоматической переменной номер один. Второй случай связан с принудительным вызовом конструктора переноса. Для того, чтобы конструктор копирования оказался менее приоритетен, чем конструктор переноса, мы должны отказаться от возможности использования ссылок и указать компилятору на то, что в данной точке исходного кода, в данном выражении, мы формируем ссылку на праводопустимое выражение. Для того, чтобы сформировать ссылку на праводопустимое выражение явным образом, можно использовать функцию стандартной библиотеки move. Данный пример проиллюстрирован инициализацией переменной alp2. Наконец, для функций, которые являются процедурами, то есть возвращают значение типа void и при этом принимают, по сути, безвозвратно аргумент соответствующего класса, то есть типа альфа, мы также можем рассчитывать на то, что передача этого значения будет происходить посредством переноса, а не копирования ресурсов. Помимо конструктора переноса, классы могут содержать и операцию-функцию присваивания, которая также реализует семантику переноса. Аналогично конструктору переноса, операция присваивания с переносом принимает на вход ссылку на праводопустимое выражение. Результатом операции функции присваивания с переносом, как и операции функции присваивания, которая реализует семантику копирования, является ссылка на обновленный экземпляр класса. Примером реализации такой операции функции является ее поддержка в структуре бета. Единственным атрибутом структуры бета является строка message. В связи с этим семантика переноса заключается в передаче права владения этой строкой. Прежде чем переходить к рассмотрению использования структуры бета, обратим внимание на один факт, отраженный в исходном коде в виде комментария. Начиная с диалекта C++ 11, конструкторы классов стали различаться по своему статусу. Различают явно определенные конструкторы, которые написаны программистом, неявно сгенерированные компилятором конструкторы, которые отражают правила создания экземпляров классов по умолчанию, и так называемые удаленные конструкторы, которые означают принципиальную невозможность создания экземпляра класса тем или иным образом. Очевидно, что явно определенные и неявно сгенерированные конструкторы могут быть вызваны. В то же время удаленные конструкторы за их реальным отсутствием вызваны быть не могут. Введение в состав структуры
операции присваивания с переносом делает два очень важных конструктора этой структуры удаленными. Как мы видим из комментария, удаленными оказываются конструктор без параметров по умолчанию и конструктор копирования, принимающий на вход константную ссылку на существующий экземпляр структуры бета. Для того, чтобы вернуть их в состав структуры, но при этом не делать явно определенными, мы используем новую конструкцию языка C++ 11, а именно хорошо известное слово «default» в новом качестве. Используясь в определении конструкторов классов, ключевое слово «default» означает признание нашей готовности использовать реализацию конструктора по умолчанию, которую предлагает компилятор и которая подчиняется строго определенным правилам, закрепленным в стандарте языка C++. Именно таким образом и именно по этой причине в исходном коде структуры бета появляются две кажущиеся загадочными строки, определяющие два конструктора по умолчанию, но уже в другом смысле. Конструктор по умолчанию, который не принимает параметров, и конструктор копирования, который принимает константную ссылку. Таким образом, наш класс или структура бета имеет все необходимые для его успешного функционирования способы инстанцирования, но некоторые из них пришлось принудительно вернуть в состав структуры в связи с теми правилами, которые действуют в языке C++ 11 и с которыми можно ознакомиться в открытых источниках. Впрочем, к некоторым из этих правил мы еще обязательно вернемся и в нашем курсе. Иллюстрируя использование ранее определенной структуры бета, обратим внимание на единственную строку на данном слайде с исходным кодом. Как вы прекрасно видите, структуры типа бета с именами бета и гамма инстанцированы с соответствующим строковым наполнением. Структура бета с помощью скобочного инициализатора приобретает значение высказывания через тернии к звездам. Структура гамма типа бета инициализирована пустой строкой, поскольку для нее вызван конструктор по умолчанию, который в свою очередь, опять же по умолчанию, вызывает конструктор по умолчанию типа std-string для инициализации атрибута message. Таким образом, основной интерес привлекает следующая строка, в которой мы явным образом готовим ссылку на праводопустимое выражение и используем эту ссылку для запуска операции функции присваивания с переносом, которая передает право владения строкой per aspera ad astra от экземпляра бета к экземпляру гамма. Дальнейший вывод в стандартный поток позволяет удостовериться в том, что право владения латинским высказыванием было передано от экземпляра гамма к экземпляру бета. Сообщение, являющееся атрибутом экземпляра бета, оказывается пустым, а сообщение, оказывающееся в составе гамма, выводится на экран. Завершая наш первый короткий экскурс в диалект C++ 11, рассмотрим небольшой пример кода, который по своему стилю максимально приближен к современному пониманию того, как должен выглядеть код на языке C++. Класс T является владельцем некоторого ресурса. Владение ресурсом выражено как владение его описателем, или, что то же самое, указателем на соответствующий ресурс. Объект класса T может быть создан двумя способами. Первый способ заключается в
передачи конструктору класса T имени ресурса, например, строки, содержащей название файла. Обратите внимание, что конструктор класса T, принимающий на вход константную ссылку на строку, содержит в своем заголовке ключевое слово explicit. Ключевое слово explicit, что означает явный, также является новым элементом языка C++ 11 и имеет следующий смысл. Конструктор, определенный как explicit, может быть вызван только явно. Он не будет участвовать в разрешении вызовов, и компилятор не будет подбирать его в ситуации возможного неявного преобразования типов данных. Явно вызываемый конструктор T принимает на вход название ресурса и, используя некоторую глобальную функцию acquire, инициализирует атрибут handle. Обратите также внимание на максимальное использование скобочных инициализаторов, построенных на комплектах фигурных скобок. Это тоже элемент современного стиля C++ программирования. Вторым способом создания экземпляра T является конструктор переноса. Конструктор переноса, как мы уже знаем, принимает на вход ссылку на праводопустимое выражение. Задача конструктора переноса – передать право владения соответствующим ресурсом от старого владельца новому, которым является вновь формируемый объект класса. Задача делится на две части – сформировать новый объект и заполнить его атрибут handle. А также перевести атрибут handle старого владельца ресурса в неопределенное, но корректное состояние. Ключевое слово nullptr, которое мы видели на одном из предыдущих шагов нашей лекции, также является новым ключевым словом языка C++ 11. Как многие из вас уже догадались, это новое обозначение для пустого указателя. Формально говоря, nullptr – это не просто ключевое слово, а объект определенного типа. Тип, которому принадлежит данное ключевое слово константа, называется nullptrt и определяется в пространстве имен std. Уничтожение объекта класса T предваряется освобождением ресурса, которое выполняется через передачу описателя этого ресурса воображаемой глобальной функции release. Самая интересная часть этого класса связана с довольно нетривиальной реализацией операции присваивания с переносом. Операция присваивания с переносом принимает на вход xValue ссылку на старого владельца ресурса и возвращает обычную ссылку на нового владельца. Как же работает эта операция функции? В первой строке тела этой операции функции мы создаем автоматическую переменную типа t с названием copy. Обратите внимание, что здесь фигурные скобки также выполняют роль инициализаторов, хотя их применение может показаться поначалу несколько неожиданным и, может быть, даже неверным. Для того, чтобы проинициализировать copy,
мы передаем на вход конструктора ссылку на праводопустимое выражение, формируемую вызовом stdmove. Нетрудно догадаться, что для инициализации объекта копии будет вызван конструктор переноса, который лишит права владения нашим ресурсом объект RHS. Кстати говоря, довольно частое сокращение для формальных параметров конструкторов, означающее right-hand side. Объект RHS уже лишился нашего ресурса и далее участвовать в работе данной операции не будет. Теперь владельцем ресурса является автоматический объект копии. Следующим шагом мы выполняем обмен значений описателей между конструируемым объектом this и объектом copy. Теперь владельцем ресурса является this. В свою очередь copy готовится к уничтожению, поскольку является объектом автоматической памяти. Следующим шагом мы возвращаем перестроенный, являющийся владельцем желаемого нами ресурса, объект this как результат операции функции присваивания, а объект copy как объект, выходящий из своей области видимости, претерпевает уничтожение. Его деструктор вызывается и выполняет освобождение того ресурса, которым ранее владел this, поскольку речь идет все-таки об операции присваивания, а не о конструкторе переноса. Таким образом, мы позаботились о корректном освобождении ранее находящегося в this ресурса и передали по цепочке новый ресурс от RHS к объекту copy, а от объекта copy к объекту this. Обратите внимание на такую интересную технику программирования, не утверждая, что она является очень частой в реальном промышленном коде, мы все же настаиваем на том, что понимание этого кода серьезно приблизит вас к осознанию того, как работают и для чего нужны конструкторы и операции переноса. Как мы уже говорили, не всякий конструктор явно реализуется программистом. Посмотрим, какую работу выполняет в наших интересах компилятор при отсутствии конструкторов в теле класса. Если класс не содержит никаких конструкторов, компилятор не оставит такой класс без конструктора вообще. Неявно генерируемый конструктор является встраиваемым и открытым. Тот факт, что автоматически создаваемый компилятором конструктор является открытым, означает для нас, что мы имеем возможность инстанцировать экземпляры класса, используя данный конструктор. Тот факт, что этот конструктор является встраиваемым, указывает на то обстоятельство, что использование этого конструктора не будет сопряжено с какими-либо неуправляемыми нами потерями в производительности объектного кода. Аналогом автоматически генерируемого конструктора по умолчанию является конструктор, который мы можем написать сами, снабдив его пустым телом и пустым списком инициализации. Однако всем понятно, что такая работа является излишней. Понимание полной эквивалентности явно заданного конструктора с пустым телом и пустым списком инициализации и автоматически генерируемого конструктора позволяет нам делать определенный вывод в пользу последнего варианта. Чем меньше исходного кода описывают программную систему,
тем сложнее в этом коде допустить много ошибок и тем проще такую систему сопровождать и модернизировать. Поведение автоматически генерируемого конструктора по умолчанию хорошо описано в стандарте на язык C++. В большинстве случаев такой конструктор, эквивалентный конструктору с пустым телом и пустым списком инициализации, занят тем, что вызывает конструкторы по умолчанию для атрибутов, а также конструкторы по умолчанию для базовых классов. Однако бывают сценарии, когда конструктор не делает ровным счетом ничего. Для того, чтобы такое произошло, класс должен отвечать ряду достаточно сильных условий. Эти условия перечислены на нашем слайде и позволяют говорить о тривиальном конструкторе. Практическая польза его заключается в том, что мы еще больше повышаем производительность кода. В том случае, если специальная подготовка участка памяти, отведенного под экземпляр класса, не является для нас жизненно необходимой, мы можем довольствоваться случайным содержимым памяти и тем самым говорить о полном отсутствии каких-либо холостых вызовов, связанных с конструкторами базовых классов и конструкторами атрибутов. Объекты классов, которые имеют в своем составе тривиальный конструктор, могут создаваться в любом месте оперативной памяти процесса, например, в участках памяти, выделенных при помощи наиболее близких к ядру операционной системы сервисов, таких как функция malloc. Аналогичные правила действуют и для автоматического создания специальных методов иных видов. В частности, при отсутствии явно определенного конструктора копирования класса, компилятор автоматически создает встраиваемый открытый метод копирования с соответствующей сигнатурой. При отсутствии деструктора класса, также определенного программистом, компилятор автоматически генерирует открытый встраиваемый деструктор со стандартной сигнатурой. Те же самые правила, но при наличии дополнительных оговорок, действуют и для автоматически создаваемого конструктора переноса, очевидно, начиная с диалекта C++ 11. Как мы уже знаем, в некоторых случаях компилятор признает тот или иной специальный метод удаленным, и нам необходимо специальным образом вернуть его в состав определения класса. Бывают и прямо противоположные ситуации, когда мы не хотим, чтобы компилятор создавал автоматически сгенерированную версию метода и не определяем его сами в явном виде. Иными словами, мы хотим сказать, что тот или иной специальный метод должен быть удаленным. В решении двух этих задач на помощь приходят специальные средства, предлагаемые языком C++ 11 и выше. Для того, чтобы вернуть специальный метод в состав определения класса, мы можем использовать конструкцию default. Приведенный пример показывает, каким образом мы можем на уровне исходного кода подчеркнуть, что входящий в состав класса деструктор является деструктором по умолчанию. Для того, чтобы, не предлагая явной реализации специального метода, подавить его автоматическую генерацию компилятором, используем конструкцию delete. В данном примере класса sample мы запрещаем компилятору создавать конструктор этого класса без параметров.